Здравствуйте. Добрый Слышно день. меня? Good afternoon. Тему назвать или представить, да? Как лучше будет время? Ну, тему можете назвать. Хорошо. The theme of Irina's presentation, Science of Grigory Grabovoi and Devices, and I'm happy to announce it because that is the live testimonial on testing the device PRK-1U. Я рада представить Ирину Романько и тему ее выступления «Наука Григория Горбового и приборы. Живое свидетельство о прохождении тестирования прибора ПРК-1У». Здравствуйте, меня зовут Ирина Романько. И я расскажу вам о своем опыте дистанционного тестирования по скайпу прибора развития концентрации ПРК-1У. Hello, my name is Irina Romanko. I would like to share my experience of distant testing of the device PRK-1U, the device for the development of concentrations via Skype. Я и члены моей семьи, мои друзья, мы знали, что профессор Григорий Гробовой работает над созданием этого прибора и очень ждали, когда появится возможность приобрести прибор, помогающий человеку развивать его способности по обеспечению вечной жизни. I and the members of my family, my friends, we knew that Professor Grigory Grabovoi is working on the creation of this device, and we're looking forward to the opportunity to purchase the device, which would allow a person to develop the abilities for ensuring eternal life. Информация появилась на сайте Григорий Гробовой ДОО. Я написала туда и вскоре получила ответ с информацией о приборе, и позже была назначена дата тестирования. Тестирование прибора проводил ученый, изобретатель этого прибора, профессор Григорий Петрович Гробовой. The information appeared on the website of the company Grigory Grabovoi DOO. I applied there and soon received a reply with the information about the device, and later the device testing date was appointed. Device testing was performed by the scientist, the inventor of the device, Professor Grigory Grabovoi. ПРК-1У – это прибор, который взаимодействует с мышлением человека в общесозидательном направлении для обеспечения вечной жизни себе и всем. Прибор создан на основе двух запатентованных изобретений Григория Гробового. Способ предотвращения катастрофы устройства для его осуществления и система передачи информации. PRK-1U is a device that interacts with human thinking in the universal creative direction to ensure eternal life to yourself and all. And the device is based on two patented inventions of Grigory Grabovoi, method for prevention of catastrophes and device for its implementation, and information transmission system. В работу прибора ПРК-1У заложены следующие функции. Развитие концентрации вечной жизни по омоложению, по любому событию, по управляющему ясновидению и по управляющему прогнозированию. The features incorporated in the work of the PRK-1U device are as following. Development of eternal life concentrations, rejuvenation, concentration on any event, and controlling clairvoyance and controlling forecasting. Григорий Гробовой говорит, что это естественные способности по обеспечению вечной жизни, данные от рождения каждому человеку. И развитие таких способностей еще более реализует каждую личность. А функции прибора, они в том и состоят, что развивают концентрации от текущего, имеющегося уровня развития таких способностей. И во время таких концентраций одновременно реализуется цель управления. Grigory Grabovoi says that these are natural abilities to ensure eternal life, which are given to every human being from the birth.
The development of these abilities even more implements every personality, but the functions of the device are exactly in the development of concentrations from the current level of your abilities development. And during such concentrations, the control goal is simultaneously implemented. Сегодня прошла 4 теста. Первый тест был по развитию концентрации личной жизни по любому событию. Я проводила концентрацию на локальном участке моего сердца для нормирования сердечно-сосудистой системы. А до включения прибора было мягкое ощущение тепла. После включения прибора у меня участилось сердцебиение, появилось ощущение тепла, оно нарастало, появилось чувство расширения в области груди, чувство небольшого повышения температуры, и началась пульсация в голове. In total, I've had 4 tests. The first test was on the development of concentrations of eternal life on any event. For normalization of cardiovascular system, I concentrated on a local area of my heart. I felt slight warmth before the device was turned on. After it was turned on, my heart beating increased. I felt warmth. It was growing. I had the feeling of expansion in the chest, a slight temperature rise, and pulsation in the head. Я смогла убедиться в эффективности работы прибора. После включения прибора концентрация стала сильной, и восстановительные процессы в организме стали проходить очень интенсивно. I was able to verify the effectiveness of the device. After switching it on, the concentration became strong and regenerative processes in the body began to take place very intensively. В следующем тесте нужно было применить управляющее ясновидение, чтобы рассмотреть помещение, в котором я находилась несколько часов назад. До включения прибора я вспомнила комнату в квартире, где я была. Восприятие комнаты было не очень четким. А после включения прибора я увидела комнату объемной, яркой. Я увидела себя в этой комнате, молодой. И затем я увидела золотой свет, который стал заворачиваться в большую сферу. In the next test, I had to apply controlling clairvoyance to look upon the apartment which I was several hours ago. Prior to turning on the device, I recalled the room where I was 5 hours ago, and my perception of the room was not very clear. When the device was turned on, I could see the room, which was dimensional and bright. I saw myself to be young in that room. And then I could see the golden light, which started folding into a large sphere. После этого теста Григорий Петрович сказал, что я увидела материю вечной жизни. Он попросил меня, если есть возможность, посмотреть еще раз, что внутри этой материи, из чего она состоит. After that test, Григорий Петрович told that I had seen the matter of eternal life. He asked me, if possible, to look once again what was there in that matter, what it consisted of. Прибор уже был выключен, когда мы беседовали, но зрительный образ был стабильным, поэтому я продолжала видеть, как золотой свет медленно заворачивается в большую сферу. The device was already turned off when we were talking, but the visual image was stable, so I continued seeing how golden light was slowly folding into a large sphere. Чтобы рассмотреть, что внутри этой материи, я мысленно приблизила картину, как будто навела фокус видеокамеры. Изображение увеличилось, и я увидела структуру материи. Возле границы сферы она была нитеобразной, а когда я вошла сознанием вглубь, то внутри этой золотой материи вечной жизни я увидела светлые вспышки. У меня увидеть материю вечной жизни было радостно и удивительно.
To explore what was inside that matter, I zoomed in the image mentally as if focused the individual camera. The image zoomed in and I saw the structure of the matter. It was filamentary near the boundary of the sphere, and when I entered deeper inside with my consciousness, then inside that golden matter of eternal life, I saw light flashes. And it was joyful and wondering to see the matter of eternal life. Я убедилась, что прибор работает с материей вечной жизни, о которой Григорий Петрович рассказывает в своих лекциях. Прибор помогает визуализировать ее. И сейчас я учусь взаимодействовать с материей вечной жизни. Григорий Гробовой говорит, что в каждом человеке заложены эти возможности по реализации материи вечной жизни. И с помощью прибора они раскрываются. I made sure that the device worked with the matter of eternal life. Grigory Grabovoi says about it in his lectures, and the device helps to visualize it. And now I'm learning to interact with the matter of eternal life. Grigory Grabovoi says that these capabilities on the implementation of the eternal life are revealed with the help of the device. Следующий тест по развитию концентрации вечной жизни по управляющему прогнозированию тоже был очень интересным. Григорий Петрович попросил меня просмотреть будущее, где весь мир уже вечно живущий. А уже через область этого вечно живущего мира перейти к моей задаче. The following test on the development of concentrations of eternal life for controlling forecast was also very interesting. Grigory Petrovich asked me to look into the future where the whole world is eternally living and to go to my task through the area of this eternally living world. До включения прибора я сделала управление по макроспасению и попыталась представить картину далекого будущего. Но мне это было трудно. Я же не писатель-фантаст. Before turning on the device, I carried out control for macro-salvation and tried to imagine the far future, but it was difficult for me. I am not a science fiction writer. После включения прибора я увидела нашу планету, окутанную слоем серебристо-белого света, и услышала красивый гармоничный аккорд. When the device was turned on, I saw our planet wrapped up into a layer of silver-white light and heard a beautiful harmonious accord. Затем я увидела на равнине ручей с чистой водой. И увидела себя молодой возле этого ручья, увидела красивый пейзаж, белые здания, счастливых людей в белых одеждах. Я услышала смех детей и взрослых. Then I saw a stream with clear water on a plain. I saw myself young near the stream, a beautiful landscape, white buildings, happy people in white clothes, could hear the laughter of children and adults. Прогнозное управление было очень интересным, потому что я могла разглядывать даже детали, как физическим зрением, естественно, без усилий. Я могла перемещаться внутри этой картины сознанием. And forecasting control was very interesting, and because I could see even the details with my physical eyesight, and I was able to move inside of that picture with my consciousness naturally and with no effort. Во второй части прогнозное управление по моей задаче до включения прибора не получалось, потому что человек, для которого я делала управление, он не принимал информации. Это было управление по освобождению человека от алкогольной зависимости. И Григорий Петрович тогда предложил поставить этого человека в картину прогнозного будущего и сделать управление.
forecasting control in the second part of my task failed until the device was turned on because the man for whom I was making control did not accept information. It was the control for liberation of the man from alcoholic addiction. Grigory Petrovich offered me to place that man into the picture of forecasting future and carry out control. И с помощью прибора управления стало идти уже легко. Человек принял информацию с радостью. То есть при включенном приборе увеличивается управляемость событиями будущего в сторону улучшения. When the device was turned on, the control became easy, and the man accepted information with joy. Thus, controllability of the future events increases in a positive direction if the device is turned on. Также в этом тесте делается специальное управление, что в дальнейшем сознание, дух и способности человека будут настолько развиты, что любой человек будет уметь уже работать так же эффективно, но сам, без прибора. И я сделала это специальное управление. Besides, there is a special control which is carried out in this test when in the future consciousness and the spirit capacities of a man will be so developed that anyone would be able to work as efficiently as the device, but on his or her own with no device, and I did that special control. При взаимодействии с картиной прогнозного будущего возникает особое духовное состояние, ясное знание, что вечная жизнь будет обеспечена, что все будут вечно жить, радоваться. Это состояние помогает мне сейчас. После этого теста Григорий Петрович сказал, да, вечная жизнь – это счастье. И сказал мне, что я увидела картину будущего реально. Вот такие возможности раскрывает в человеке прибор. There is a particular spiritual state during the interaction with the forecast picture of the future. Clear knowledge that eternal life would be ensured, that everyone will live forever and rejoice. This condition helps me still now. After that test, Grigory Krabovoy said, yes, eternal life is happiness. And he said that I could really see the picture of the future. The device reveals these capacities of a person. Управление по омоложению тоже прошло успешно. Была сильная реакция тела, тепло, расширение в области груди. После этого теста профессор Гробовой сказал, что у меня получилось сделать реально омоложение. The control for rejuvenation was also successful. There was a strong reaction of the body, the feeling of warmth in my chest. And after the test, Professor Grabovoy told that I really managed to carry out rejuvenation. Теперь я нахожусь в этом состоянии молодости. Оно наполняет меня счастьем и жаждой жизни. Now, I'm always in this state of youth, of being young. It fills me with happiness and the will to live. После окончания всех тестов, ощущения тепла и пульсации в моем теле продолжались еще в течение 4 часов. And it should be noted that after at the end of all the tests, I had the feeling of warmth and pulsations in my body for 4 hours. Очень интересно, что через 2 дня я рассказала о своем тестировании знакомой, и у нее в этот же день решились 2 важных вопроса, которые она не могла решить 1.5 года. Причем мы решились эти вопросы с помощью всего лишь 2 телефонных звонков. Мы с ней очень радовались, мы понимали, что решение задачи у нее произошло на поле вечной жизни, которое создал прибор. А сколько нас еще ждет радостных открытий, связанных с возможностями этого прибора? It should be noted that 2 days later I told about my testing to my acquaintance, and that very day she solved the 2 important problems which had not been able to solve for 1.5 years,
And notably, they were solved with the help of only two telephone calls. We were very happy with that. We realized that the solution of her task happened in the field of eternal life, which was created with the device. And there are high expectations of many joyful discoveries connected with the possibilities of this device. В заключение я хочу сказать большое спасибо ученому-изобретателю Григорию Петровичу Гробовому за этот уникальный прибор, который создавался с великой любовью к человеку, чтобы помочь нам с вами раскрыть творческие духовные структуры личности и ускорить их развитие для обеспечения вечной жизни себе и всем. In conclusion, I would like to say a big thank, big thank you to the inventor and scientist Grigory Grabovoy for this unique device, which was created with great love for a man to help us to reveal our creative and spiritual structures of personality and to accelerate their development for ensuring eternal life for yourself and all. И я знаю, что каждый человек может сегодня приобщиться к этому опыту. Всю информацию о приборе, об условиях его приобретения вы найдете на сайте Григорий Гробовой ДОО в разделе о приборе ПРК-1У. I know that now every person can join this experience. All the information about the device, about the terms of purchase, can be found on the website of the company Grigory Grabovoy DOO in the section on the device PRK1U. Я желаю вам и всем людям молодости, здоровья, счастья, жизни вечной, радости, познания. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина. До свидания. I wish you and all the people the spring of life, health and happiness of eternal life, happiness of mastering the knowledge. Thank you for your attention. Goodbye. Thank you, Ирина.